Шарбаковский полумарафон победитель, давно и прочно занял свое место в областном календаре беговых событий. 19. Я думаю, что чем больше таких событий будет в Омской области, тем больше любителей бега будет пополнять беговую семью и приходить к нашим событиям во всеоружие. Что такое событие проходит у нас в районе, что очень много детей участвует, разных возрастов. Мы любим спорт, занимаемся. И здесь первый раз вот сын выступает на соревнованиях. У меня отпуск совпадает как раз с проведением даты Щербакульского, и я приезжаю в отпуск и обязательно еду в Щербакуль. То есть ты сюда приезжаешь, здесь, во-первых, атмосфера такая беговая, праздничная. Очень много единомышленников от наших хомячей, так уже есть знакомые из этого района. Есть коллеги из школы тоже приезжают. То есть мне нравится сама обстановка. Это был как темповый кросс сегодня, но далеко не темповый. Я поддался эмоциям, на втором круге пошел по 3.27, там, и третий круг уже догребал там, по 3.45. Дебютировал, первый раз бежал половинку. Очень тяжело последние 3 километра. Не знаю, ну это хорошая подготовка, ну десятки, я думаю, там уже нормально. Пробегу. Организаторы очень так ответственно подходят к старту. Все кажется на высшем уровне, поддержка и все отлично. Вот, ну и потихоньку набираю форму, вернулась там, к результатам личника своего. Дальше, надеюсь, только выше, быстрее, сильнее. Очень хотела, что я заняла первое место, много поддержки, очень было хорошо бежать, я прям почти не устала, долго готовилась к нему, но все же смогла повторить еще раз первое место. Мы второй год участвуем в полумарафоне. Нам очень нравится. Поэтому с удовольствием принимаем участие в других спортивных соревнованиях, в обычной спортивной семье. Мы стараемся быть примером для наших детей, чтобы, конечно, они брали с нас примеры и стремились к победам так же, как и мы.